основном я здесь привез, выставил медали, потому что их мало кто видел. Очень много настольных медалей, наградных медалей, начиная с 67-го года по золотым шайбам и начало 60-х по чемпионату мира. Ну, чемпионат мира больше настольные медали, памятные, которые вручались гостям турнира, а по золотым шайбам там 99% в основном все наградные. Отличные впечатления, очень радует, что много всего интересного сохранилось для нас, для болельщиков, и очень интересно посмотреть, например, на билеты, которые были там много лет назад, и вообще на все, что здесь предоставлено, так что спасибо людям, которые сохраняют все это, и здорово, что могут нас окунуть немного в прошлое. А раньше у меня была коллекция хоккейных программок, я все время, когда в детстве ходил на хоккей, там были хоккейные программки с выпуском там различных игроков, которые выступают за там, домашний клуб. И там были всякие их интервью, и вот я каждый матч просил родителей, чтобы они мне их купили. Вот. Было много программок, сейчас я уж давно не коллекционирую. А так, ну здорово было коллекционировать, конечно, медали, кубки. Так что для этого и мы и работаем. Уникальный случай увидеть, посмотреть. Впечатления, конечно, хорошие. Ну, впечатлили билеты на матчи. Как все в советские времена было, мы-то не знаем, привыкли электронные билеты, а тут такие. Коллекция Решат, я только могу восхищаться и восторгаться, потому что я с Решатом знаком уже как бы много лет, и все то, что я видел, конечно, у меня только восхищение вызывает, да, и все то, что здесь вот представил Решат, как бы, да, на всеобщее обозрение, это только, наверное, как капля в море, то, что на самом деле у него есть.